крутятся, пусть отыгрывают. Классно, я же говорю, вот эта вот тема вообще хороша. Ну так и что, какие договоренности? У вас пропуск есть? У нас, да, у одного есть. Кто договорился? Вот, что стоять? Пропуск есть. Это, ребята, слышите? Вот смотрите, сейчас просто скажу, поскольку у вас много. Сейчас вот казус произошел. Взяли квестовый предмет, но на который не был выдан квест. Надо этого делать. Петуха? Да, ну, он подписан, петух. Это не квестовый предмет, ты его просто принял. Ну ладно, петушара же классная. Классная штука, петушара, мы его где-нибудь используем. Просто нашли квестовый предмет. На нем написано сталкер, короче, вот. Но на него, ты на него не получал задание. Значит, его не трогай. Значит, мы не могли принести ему носилки. Они принесли войны, принесли носилки. А на носилки... Ценный артефакт. Кстати, да, в этом здании. Забираем пленного, забираем папку. Давайте поделимся. Группа большая, пусть идет на военных, мы будем на артефактах. Нет, ну все пойдем. Это миссия вообще, что прям. Если что, мы идем, там куча бабок, понимаешь? Я знаю. Видишь, это здание? Там подход подземной коммуникации. Зачем нам через блокпост так пройти? База. Я понял, я же говорю, как потом нам выдержать. База. Это база. С этими ребятами еще поговорю. Ha ha.
Ура, наконец-то! Принимай! Ай, красавчик! Наконец-то! А размер тот померяй. А если бы там, там, знаешь, сколько туфлей лежало? Если бы я тебе туфлю принесу... Туфляю, валенок, не нравится. Тупо жупанок из 90-х годов. Маленький, у тебя маленький. Чё с болотным доктором на происходит? Камин. Чё он шарит один такой? Хорошо, болотный доктор. Обратно и расходимся по-мирному. Это вы виноваты, мужики. Оставил себе. У нас же мгновенно респаун, плевать. Много, а у вас нет. Да, скажи, в армии людей народу много. Резервистов пришли, скажи. Поменяешь. Ты сам говорил нам за ротацию. Нам еще подгонят людей, а у вас все будет меньше и меньше. Так что подумай перед тем, как его убивали. Очень хорошо подумай. Так, у меня там... Вопрос назрел. Я тебе еще раз говорю, военный. Ой. Давай по-хорошему разойдемся. Обменяемся нашими пленными. И зона мать видела, что нас там не было. Обмен всех на всех присутствует Красного Креста. Обмена не будет. Я сказал и все. Но я тебя предупреждаю, ждите нас в гости. Мы засиделись, пойдем поговорим. Я хотел информацию. Нас интересует артефакт для сердца зоны. А сколько продаж местонахождения? Бесплатно продам, вот он. Нет, вот он, мы его не нашли. Значит, мы его бросим чуть-чуть. А так стрельни ему в спину. А я его зачем стрелять, не помню. Посочувствую ему. Не, ну. Мудак.